Нарядные мальчики и девочки с пышными бантами – первоклассники из Звенигородской школы «Квантум». Сегодня у них особые разговоры о важном – о крымской весне. Малыши не все еще понимают, волнуются, но в детской памяти точно останется. Сегодня важный день для России. Ветер колышет его в небесах, яркий и гордый страны наших флаг. Символ для всех ценный и дорогой. Дети гордятся родной страной. В актовом зале собрались ребята постарше, кадетские классы. Те же разговоры о важном. Но вместо лекций – хроника событий, собранная из новостных репортажей десятилетней давности. Госпереворот на Украине, беспорядки, инициатива жителей Крыма, поддержанная властью России. Конечно же, сегодня день, когда крымчане по праву могут сказать, они вернулись в родную гавань, в гавань Российской Федерации. В этот день «Квантум» получил особый подарок из Татарстана. Это российский флаг, собранный из полимерных роз. 1225 бутонов изготовили около 300 мастеров со всей страны. Событие нетривиальное. Поздравить ребят с новым экспонатом в музее пришел окружной депутат Павел Бережанский. Действительно, это рекорд мира. Представляете? То есть у вас в школе есть рекорд мира. Я очень желаю вам, чтобы вы тоже выросли. Или даже сейчас вы уже тоже ставили рекорды мира. Потому что действительно... Наша страна – это страна рекордов. Такие флаги в Казани планируют теперь делать каждый год. Но первый триколор навсегда останется в музее Звенигородской школы. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».